Продолжает цветение роза Мэри Роуз Остина. За ней к концу июня подтянулась роза тоже Дэвида Остина, сэр Джон Бенджамин. Обещала вам показать ее. Эта роза у меня огромная. Диаметр 2, ну и высота 1,5. Сэр Джон Бенджамин. Цветов кисти много. Цветы держатся долго. В принципе, и дожди выносят, и жару выносят. Цветет до самых морозов эта роза. Две розы у меня: Флорибунда Байландо и сэр Джон Бенджамин. Роза цветущая без... до самых морозов, в принципе. Вот она, сэр Джон Бенджамин. Цветок небольшой, это 2008 год, сантиметров 6. Красиво сложено. Цветет большим кустом снизу доверху. Я еще побеги все сохраняю, обрезаю, и вот я их горизонталю. Еще такое количество бутонов у нее. Сэр Джон Бенджамин. Желтое видно, Грэхэм Томас. Это Харлоу Кар. У меня сэр Джон возле холодной красоты розы. Вот с другой стороны Мэри Роуз. И тут Харлоу Кар. Но думаю, Харлоу Кар нужно убрать. Ее начинают уже поддавливать. Вот она. Такая огромная роза. Если эту розу посадить где-то на газон, она покажет всю мощь и свою красоту, конечно. Видите, чтоб она, никто ее не сдушивал. Крепкие у нее побеги. Грэхэм Томас. Джуд де Обскюр. А дальше видно Чип энд Дейл. Какой приятный запах возле Джуд де Обскюр. Ловила кота. Я вам ее показываю, но смотрите, как она изменяется, немножко показывая серединку. Цветет в кистях. В общем, просто хочу любоваться. Работать некогда. Только ходи, любуйся розами. Огромный массив у меня вот этой клумбы. Джуд де Обскюр. Запах. Ловила кота. Кто-то пошутил. Муж разрешил купить розу. Та, что ловила кота. Вот эта розочка ловила кота. И это Чип энд Дейл. Действительно, от цветения роз невозможно отойти. Ну и тут начинается мидсаммер зацветать. Немножко не угадала со сроками. Мидсаммер зацветает попозже. Манстед Вуд тут. Чип энд Дейл. Петуния поддерживает Манстед Вуд. И вместе в одной цветовой гамме. У нее начинает открываться базальная кисть. В общем,
Чиппендейл загоризонталенный. Ловила кота с этой стороны. Грэхэм Томас. Сэр Джон Бенджамин. И Мэри Роуз. Запах. Утром выхожу пить кофе. Да, розочки где-то сорят. Где-то они лепестки свои роняют. А дальше еще мой розарий, посмотрите. Мне кажется, снимаешь одно и то же, но для меня это каждый день разное. Но на ту часть роз уже солнышко. Скоро Мэри Энн зацветет. Спасибо, дорогие друзья. С добрым утром и до новых встреч.